Украина по-прежнему, хоть и в усеченном виде, но располагает тем потенциалом, который владела ядерная промышленность Советского Союза. Та бодрая, лиховатая и дебиловатая веселость, с которой украинская сторона наносит удары по Запорожской АЭС, она наводит на очень грустные размышления, что у этих ребят есть и возможности, и желания, и главное, нет тормозов, которые западные страны отменили. В какой-то момент России и российскому гражданскому обществу будет все равно относительно и санкций, и мнения той части международного сообщества, которая поощряет терроризм. Я не уверен в том, что государство Украины, вернее, Украина исчезнет как государство. Вполне вероятно, что она просто перезагрузится, потому что в том состоянии, в котором она находится сейчас, я имею в виду в абсолютно враждебном по отношению к России, она не сможет существовать и развиваться. Алексей Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Совет Безопасности у Организации Объединенных Наций, о котором сейчас очень много говорят, и многие возлагают большие надежды, что это каким-то образом прольет свет, ну и изменит ситуацию вокруг уже пресловутой грязной ядерной бомбы, о которой очень много говорят. Какие прогнозы ваши? Знаете, на ООН надейся, а сам не плашай, на мой взгляд, потому что я напомню знаменитый инцидент с белыми касками, которые пакостили по всей Сирии достаточно долго, пока, наконец, российское министерство обороны не наладило буквально такой, знаете, поминутный, почасовой мониторинг того, что они делают, откуда приходят материалы, откуда, куда и как, что называется, делается в информационном плане. И, как вы заметили, белые каски мгновенно рассосались на просторах Канады. Вот я думаю, что такой хороший, добротный мониторинг со стороны Минобороны и опубличивание действий украинской стороны, ну, очень хороший, проверенный способ для того, чтобы эти люди не занимались глупостями. А то, что надеяться наших западных партнеров в этом вопросе не приходится, в этом мы убедились. После заявления совместного со стороны США, Британии и Франции относительно того, что мы просто не верим в эти утверждения российской стороны, которые, я уверен, даны на очень высоком уровне и очень компетентно, все это, к сожалению, не позволяет нам надеяться на добрую волю людей, которые опекают киевский режим, финансируют его, снабжают вооружениями. Думаю, что эти ребята просто заинтересованная сторона, поэтому надо подходить к этому вопросу именно с таким разумением. Но если так относиться к Организации Объединенных Наций и на Совет Безопасности, на секундочку, получается ведь, что в мире не осталось, в общем-то, ну, такого, если хотите, планетарного арбитра, который может хоть каким-то образом умиротворять какие-то стороны. Да. Сложилась очень странная ситуация. С одной стороны, институции ООН признаны как такой высший арбитр, и в нужный момент они вдруг появляются на горизонте, и к ним начинают апеллировать, в том числе наши западные партнеры. А когда речь идет об их грязных и темных делишках, то эти институции как-то отстраняются, смотрят в другую сторону и вообще как бы ни при чем. Вот такой избирательный подход к оценке действий стран-членов НАТО, в частности Соединенных Штатов Америки и Великобритании, и избирательный подход в отношении действий, которые производятся там, той же России, либо Китаем и так далее, он удручает, и он, к сожалению, дает основания сомневаться в объективности международного представительства на данном этапе. И безусловно, следует учитывать, что США влияют непосредственным образом на жизнь ООНовских чиновников, которые дислоцируются в Нью-Йорке. И именно от США зависит их, условно говоря, меркантильное благополучие. Это является весьма существенным фактором, на мой взгляд, особенно на данном этапе. Помимо этого, визовая политика США, которая игнорирует, по сути, требования, свои собственные обязательства и требования ООН, она давно расставила все точки над «и». Если мы хотим все-таки, чтобы эти институты работали, все должны уважать их решения.
А если США не уважают их решение, но требуют это уважение от других, то, простите, с такими ребятами каши не сваришь. Очень давно, с таким подходом, вернее. Очень давно, на самом деле, ведутся разговоры о реформе, о модернизации Организации Объединенных Наций. На ваш взгляд, они отжелали себя, эта организация, в полной мере? Нет. К сожалению, вы знаете, я скажу сейчас ужасную вещь. Кроме Организации Объединенных Наций у нас ничего и нет. Потому что если отменить или пессимизировать ее, как Соединенные Штаты Америки попытались сделать несколько лет назад, кстати, не без успеха, потому что репутация ООН очень сильно пострадала в результате, то у нас ничего не останется. У нас останется право сильного, некие правила, которые США и западные коллеги пытаются сформулировать, но так никак не сформулируют, вот, и полный отказ от международного права. Поэтому это, пожалуй, соломинка, за которую мы сейчас все держимся. К самой пресловутой уже грязной ядерной бомбе. Ну, такое название уже само по себе не очень красиво, не говоря о том, что она может принести. Насколько велика вероятность вообще вот этого сценария? Факта загрязнения большой территории радиации, насколько это действительно опасно и насколько вероятно это? Развитие такой ситуации? Это весьма существенный фактор. Когда-то давным-давно кто-то из умных политиков сказал, что меня не интересуют ваши намерения, меня интересуют ваши возможности. Так вот, в случае украинской стороны, к сожалению, и намерения совпали с возможностями, потому что Украина по-прежнему, хоть и в усеченном виде, но располагает тем потенциалом, который владела ядерная промышленность Советского Союза. Специалисты остались, ядерные объекты на территории Украины остались. Все это, к сожалению, позволяет сконструировать, ну не на коленке, но тем не менее, ту самую пресловутую грязную ядерную бомбу, то есть обычный заряд в том или ином виде, снабженный ядерными отходами, который принесет ну, такое, элементы техногенной катастрофы на достаточно большом участке суши. Да, можно сказать, что локальный ядерный заряд вот такого свойства, он имеет точечное воздействие, но тем не менее, сам факт по себе его применения уже открывает ящик Пандоры. У нас уже был в истории человечества подобного рода инцидент, связанный с применением ядерных бомб в отношении Хиросимы и Нагасаки. Мы прекрасно помним, кто это сделал, зачем это сделал, насколько бессмысленным был этот акт, насколько он ужаснул человечество. Хватило на больше полстолетия, чтобы мы держали себя в руках. Но, видимо, поколения сменили поколение, и люди забыли об опасности применения подобного вида вооружений, либо, я не знаю, там, их имитации. Так вот, та бодрая, лиховатая и дебиловатая веселость, с которой украинская сторона наносит удары по Запорожской АЭС, она наводит на очень грустные размышления, что у этих ребят есть и возможности, и желания, и главное, нет тормозов, которые западные страны отменили им на пути создания подобного рода инцидента. При этом они бодро обвиняют Россию в попытках сначала применения тактического ядерного оружия, а теперь уже они обвиняют в том, что Россия будет применять грязную ядерную бомбу. Логики здесь нет никакой. Ну, когда у маньяков была логика, что называется? Думаю, что ситуация очень серьезная, и Россия сейчас, когда бьет во все колокола и выносит эту проблему на самый высокий уровень, она просто делает все для того, чтобы предотвратить подобного рода инцидент. А если об этом не говорить, если на это не обращать внимания, то тихушники из ВСУ вполне себе способны на подобного рода инцидент. То там сейчас на территории, которые где-то недавно, возможно, стали территорией Российской Федерации, например, Херсон. В других местах звучат взрывы. Да, там нет никаких радионуклидов, но это взрывы. И где-то успешные с точки зрения организаторов, где-то не очень. Кто-то, где-то погибли люди, где-то нет. Вот эта методика, на ваш взгляд, насколько она будет расширяться? Я не знаю, почему вы стесняетесь слова «терроризм». А у нас в России тут, в принципе, мнение однозначное. Это акты терроризма в отношении гражданской инфраструктуры со всеми вытекающими отсюда последствиями. По сути, речь идет о создании и поощрении государственного терроризма со стороны Украины.
И отсутствие ответственности за подобного рода акты даже, ну скажем так, пальцем не погрозили. Оно выводит эту ситуацию на все новый и новый уровень. Я думаю, что это нуждается не то, что в юридической оценке, это нуждается в немедленных мерах реагирования. Иначе мы получим целую, я не знаю, государство-терроризм в центре Европы. Я не знаю, кто заинтересован в этом. Возможно, за озером заинтересован, возможно, за Ла-Маншем заинтересован. Но мы, страны, которые располагаются в Европе, в Евразии, мы в этом точно не заинтересованы. Наверное, вы обратили внимание, что действия России в данном направлении, они всячески осуждаются и не поощряются пресловутым западным сообществом. Более того, в отношении России вводятся санкции за подобного рода действия. И совершенно очевидно, что в дальнейшем при ужесточении моделей поведения в ответ на подобного рода практику, эти санкции и риторика будут ужесточаться дальше. Здесь есть элемент определенный, который необходимо учитывать. Это то, что в какой-то момент России и российскому гражданскому обществу будет все равно относительно и санкций, и мнения той части международного сообщества, которая поощряет терроризм и по непонятным нам причинам взращивает его. Хотя мы, конечно, уже разобрались в этих сортах разных мнений, и мы прекрасно понимаем, к чему дело идет. Полагаю, что как раз вот расчет, который делался в 30-х годах западным сообществом в отношении Гитлера и нацистской партии, он был приблизительно таким же. Не зря мы проводим аналогии между нынешними нацистами, действующими на Украине, бандеровцами, и историческими бандеровцами. Там аналогии прямые. Западные страны в кои-то веке, по старой, недоброй исторической памяти, решили использовать Украину, украинский нацизм, бандеризм, осужденный, на секундочку, Нюрнбергским трибуналом, против России. И всячески поощряют это явление политическое. Я напомню, что именно Хиллари Клинтон, будучи госсекретарем США, буквально требовала регистрации правого сектора нацистской организации, запрещенной в России, в качестве политической партии и участия ее в выборах в Верховную Раду. Ну, люди тогда не проголосовали просто, там попало, по-моему, 2 представителя правого сектора, запрещенной в России организации. Но, тем не менее, факт остается фактом. США прямо поощряют, финансируют и всячески одобряют действия нацистов на территории Украины, как это делало со времен гитлеровской Германии. Правда, потом гитлеровская Германия устами своих акторов, лидеров, признавалась, что этих ребят ждет уничтожение, потому что это звери. Внимание, вопрос. Какую роль уготовили американцы и британцы тем, кого они сейчас выпустили из клеток? Я думаю, что примерно то же самое. Да. Ну, по-другому, наверное, не может быть. Как революция пожирает своих детей, так и здесь. Все это просто потом уйдет в топку истории. Но ситуация, конечно, во многом похожа, но вместе с тем и не похожа. Мы сейчас наблюдаем, вот каждые выходные в Европе, да, в европейских столицах проходят массовые акции протеста. И я думаю, что вы тут согласитесь, с приближением более холодного времени года эти акции будут более массовые, более носить, наверное, радикальный характер. На ваш взгляд, вот европейский обыватель, сколько он еще будет это терпеть, что из своих налогов он платит за то, чтобы там где-то, далеко от его дома, его деньги тратились на то, чтобы он потом еще и хуже жил? Самым неосмотрительным образом. Давайте это назовем. Нет, ну, по сути, да. Это по факту, таким эффектом бумеранга, он тратит деньги на то, чтобы жить хуже. Вот такая вот парадоксальная ситуация. Хотелось бы, конечно, думать о хорошем. Хотелось бы думать о том, что в западных странах, в западноевропейских странах, где демократические ценности являются самоцелью, хотелось бы, чтобы массовые протесты приводили к каким-то политическим или каким-то другим результатам. Но вот ковидная практика нам показывает, что как бы массово не выступали граждане против тех или иных ограничений, либо против антироссийских санкций, либо против чего бы то ни было, репрессивная машина в европейских странах уже создана, и она работает как часы. Поэтому, если честно, я не особенно рассчитываю на массовые выступления.
Я могу принять во внимание, что эти массовые выступления в случае игнорирования, в случае их подавления превратятся, пардон, в гражданское неповиновение. Потому что ростки этого, симптомы этого уже присутствуют. Например, в Великобритании, где ширится движение по неплатежам за высокие цены на электричество, на газ и так далее. Да, там насчет на миллионы домохозяйств идет просто. Чему это приведет? Угу. Массовые неплатежи приведут к тому, что компании перестанут поставлять этот газ, потому что они не смогут его покупать. У них не будет денег. Налоги перестанут платиться. И вот здесь, вот это действительно страшно. То есть, в принципе, можно ожидать подобного рода изменений, вернее, государственной политики в ответ на подобного рода действия. Либо еще существует подводный камень, об который обязательно споткнется европейская экономика. Это релокация европейского бизнеса. Эти ребята же не будут работать себе в убыток. Они либо уедут в США, либо уедут в Россию, кстати. Явочным порядком. Потому что многие западные бренды, которые здесь присутствовали, и которые с помпой ушли с российского рынка, сейчас вернулись на российский рынок под другим названием просто. Через подставных лиц, да. Это называется релокация бизнеса, да. И в результате Европа просто стреляет во все возможные конечности, в которые, ну там обычно говорят, ногу себе выстрелил. Нет, там уже выстрелы повыше. Вот. И думаю, что конечный контрольный в голову уже очевиден. Он уже виден. Конечно же, можно посмеяться и поиронизировать над прогнозами многих российских и там, белорусских экспертов относительно того, что вот западная экономика находится на грани выживания и так далее. А это все не происходит. Можно поиронизировать. Но факт остается фактом. Люди, которые привыкли к очень высокому уровню потребления, они с очень большим трудом отказываются от него. И в этом отличие россиян, белорусов от вообще жителей бывшего Советского Союза, от благополучных европейцев. Потому что наше терпение, у нас порог терпения гораздо выше. И поэтому мы можем потерпеть санкционное воздействие, там, я не знаю, смену брендов и так далее. Европейский потребитель – это существо очень капризное. Да, голосует он не очень хорошо, поэтому я не особенно уповаю на смену политических режимов, там, смену линейки политических акторов и так далее. Но он будет голосовать ногами. Как я уже сказал, релокация бизнеса европейского – это медицинский факт. И Европа будет, что называется, неплатежеспособной в результате, потому что все эти вещи, релокация бизнеса, гражданское неповиновение и так далее, это такие смертельные удары по европейской экономике, которые она уже может и не перенести. Тем более, что если США привыкли использовать модель по высасыванию ресурсов из разных стран, что они сейчас, собственно, и сделали, поэтому более-менее стабилизировали свою экономику. Если Россия обладает очень серьезными природными ресурсами, интеллектуальными ресурсами и может вообще замкнуть на себя все циклы, то Китай и Европа – это немножечко другие страны. Китай с его промышленным развитым потенциалом нуждается в постоянной энергетической подпитке извне. Европа – то же самое. И вот это отсутствие ресурсов, но наличие очень серьезной высокой потребности в них, оно делает и Китай, и Европу уязвимыми и очень похожими. Я имею в виду в экономическом смысле. А намерение США относительно того, что они высосут Европу интеллектуально, с точки зрения там, производства и так далее, они уже начали это делать. И после этого примутся за Китай. Эти намерения очень недвусмысленны. Именно поэтому на 20-м съезде КПК были приняты решения, которые были приняты. И произошло обновление актива Коммунистической партии Китая, который призван как раз не дружить с Соединенными Штатами Америки, а, пардон, воевать. Говорю прямым текстом, что называется. И я думаю, что наши китайские товарищи в этом смысле будут искать более тесного сотрудничества с теми странами, которым не нравится нынешнее состояние дел, которые готовы уже отойти от санкционной вакханалии, которая ведет мировую экономику в тарары просто. Как выясняется, главное мировое зло все-таки находится, как вы сказали, за озером. Вы знаете, как зло? Зло – это тоже такая субстанция, которая позволяет добрым людям самоорганизовываться и давать отпор. Хорошо, скажу по-другому. Я особенно проблемы не вижу. Да, главный наш противник. Ну, назовем это так. Понимаете, вот мы часто говорим о том, что вот они на нас воздействуют. Они там ведут работу по подрыву политического строя, где-то в обществе, чтобы выражение было, что
санкции, они надеялись на то, что Россия падет, просто вот сама с собой развалится, не получилось. Финансируют Украину, что используют как таран, опять же, против нас, пока, в общем-то, тоже не сильно успешно. Меня всегда при таких разговорах возникает вопрос, а где мы, а что мы делаем для того, чтобы, например, в Америке, в той же Америке, случилось нечто, чтобы им стало вдруг не до Европы и не до России. У них что там, все в порядке? У них нет разногласий в этой огромной стране? Да там их поболее, чем у нас. Есть два пути. Первый путь состоит в том, чтобы включиться в борьбу, включиться в гонку вооружений, активно атаковать, контратаковать, вести информационную, гибридную, кибервойну и так далее, и так далее, и так далее, и сгореть в ядерном огне, простите. Потому что и с одной, и с другой стороны мы будем фиксировать наличие очень упрямых людей. Есть вариант более, ну скажем так, дзенский, да? Он состоит в том, чтобы не реагировать, полностью не реагировать на подобного рода действия, сосредоточиться на своих внутренних, решении внутренних проблем, искать счастье. В принципе, такое возможно. Но здесь есть один нюанс. Дело в том, что у наших оппонентов есть очень серьезные виды на наши минеральные ресурсы. И так просто нас не оставят в покое. Поэтому второй вариант тоже не подходит. Ну, мне кажется, что Россия выбрала достаточно правильный путь сейчас, единственный оптимальный. Он не может быть не самый хороший, он не хороший может быть, но он единственный оптимальный в этом случае. Это сформировать свою позицию, начертить красные линии и отвечать симметрично, либо асимметрично на те вызовы, которые перед ней ставятся. При этом самой ставить определенные вызовы перед западным сообществом. У нас в российском политикуме принято считать, что информационную войну мы проигрываем. Я резкий противник данного мнения. Я считаю, что подобного рода слухи разносят люди, которые хотят демотивировать российское гражданское общество и дезориентировать. Но они хотят, чтобы мы так считали. Я вообще не вижу, да, никаких признаков даже проигрыша. Наоборот, чем злобнее будут, злобнее, да, чем яростнее будут атаки, тем больше остальной мир, наблюдая за, с удивлением, изумлением даже, наблюдая за подобного рода потугами, будет понимать, на чьей стороне правда. Вот, например, Индия уже поняла. И Индия уже занимает достаточно определенную позицию в этом вопросе, которая совсем не прозападная. Несмотря на то, что индийский истеблишмент крайне вестернизирован. Они очень уважают и поклоняются даже англосаксонским правилам. Да что говорить, вот сейчас пример, да, новый, да, да, премьер в Британии выходит из Индии. Тут как бы, ну, вот, это, вот, это вот только они. Что, скажем так, да. Только что случилось тогда. Ну, да. До этого были ровно противоположные тенденции, когда именно по этой же причине его так хорошо забили, что называется, и поставили на позицию премьер-министра белую женщину, но совершенно не соответствующую никаким показателям. Ну, это было очень ярко и очень, на мой взгляд, хрестоматийно просто для знаменитой, в кавычках, британской демократии. Вот. Сейчас прошла такая, да, реверсивное движение, и посмотрим, что из этого получится. Мы же не знаем еще. У нас пока есть только факт очень демократического назначения премьер-министра. Ну, как минимум, такая красивая история Золушки, вот она уже есть. Нет, я к тому, что... Это если про личность нового премьера. Просто назначил король, да, просто и все. Это одна из, скажем так, хрестоматийных демократий европейского сообщества. Вот. Ну да ладно, посмотрим, поживем, увидим. Вот. Что касается ситуации, которая сложилась сейчас на геополитической арене, она совсем неплохая для тех стран, которые считают, что США не справились с ролью мирового жандарма, что им надо уходить. И, кстати, вот некоторые ритуальные вещи, которые мы наблюдали на 20-м съезде КПК, они как раз говорили о том, это были намеки, что время США ушло. И теперь многополярность есть политическая реальность, с которой бороться, с которой, это значит выступать в роли барана, который и на новые ворота пялится, и пытается лбом пробить стену. Расшибет лоб, к сожалению, для барана. Вот. И китайские товарищи, и российская сторона, и остальные страны, которые очень внимательно следят за тем, как развиваются события во всем мире, сейчас уже получили полное представление о том, с чем мы имеем дело, с кем мы имеем дело, и какими методами с ними нужно бороться.
Да, и Россия, и другие страны по-прежнему используют институты ООН для того, чтобы призвать к порядку, вернуть в правовое поле ряд западных стран, их там от 40 до 50, плавающий такой несколько, которые ведут себя совершенно непотребно, хулигански, отказываются соблюдать международное право и придумывают себе какие-то правила и так далее. Ведут себя крайне рискованно, обладая ядерным оружием. Да, мы это тоже должны учитывать, что наши оппоненты обладают ядерным оружием. Другое дело, что в России есть такое, не в России, это общеславянская, пожалуй, пословица, поговорка. Гуртом и батьку удобнее бить. И вот как только страны, которым не нравится вызывающее откровенно деструктивное поведение США и Британии, соберутся вместе и скажут свое «нет», не Россия одна, не Китай там один, а все эти страны скажут «нет, так больше не будет». Я думаю, мы окажемся перед лицом так называемой «big deal», большой сделки, которую западные страны обязательно заключат с остальным миром, как они это сделали в 1945 году, и которая послужила причиной, основой международных отношений. Ну, там разные моменты были в истории, да, и Карибский кризис, там, и остальное. Но все-таки худо-бедно мы протянули полстолетия без очевидных и явных конфликтов. Но... Я думаю, что, возможно, у нас есть шанс заключить подобного рода соглашение на следующие там 50-70 лет. Не просто так я начал разговор с Организацией Объединенных Наций, потому как, да, действительно, все, наверное, идет к тому, что вот эта большая сделка будет заключена. Да и история не оставляет, наверное, других вариантов, честно говоря. Но как тогда появилась Организация Объединенных Наций, как арбитр, который следит за этими договоренностями, так и сейчас, мне кажется, что должна вызреть какая-то новая структура, которая, опять же, не знаю, на сколько лет, на 50, на 70, ну, насколько этого хватит, потенциал этих договоренностей, будет следить за их исполнением. И будет ли это ООН, вопрос? Знаете, скорее всего, будет ООН. Только ООН действительно придется реформировать. Причем реформировать не в формате хотелок западных стран, которых очень желают туда впихнуть Германию, которая находится под оккупацией США и Великобритании. Давайте сначала, может, деоккупируем, а потом будем вводить в Совбез ООН страны. Потому что ФРГ, к сожалению, не обладает суверенностью на данном этапе. А вот включить туда Индию, к примеру, или Бразилию, а то и Бразилию, очень бы даже было неплохо, потому что в этом смысле ООН только разбогатеет, потому что оно получит представительство стран, которые сейчас являются ключевыми в мировой экономике. У нас действительно два пути здесь. У нас есть возможность создать новую редакцию ООН после глобального вооруженного конфликта, как это было в 20 веке, а есть возможность договориться просто. И мне кажется, второй путь гораздо более предпочтителен для тех людей, которые не являются поклонниками, сторонниками разрешения споров путем вооруженного конфликта. И вот здесь будет понятно, кто чего стоит, кто за что выступает. Потому что пока мы видим со стороны западных стран склонность к вооруженной эскалации, склонность к созданию таких ситуаций, чтобы был обязательно побежденный и победитель. Только, ребят, история с 812-15 годов учит, что не всегда Запад побеждает в подобного рода ситуациях. Посмотрим, как оно будет, конечно. Но возвращаясь в поля, что называется, да, сейчас, наверное, очень многое зависит от успехов союзных сил именно в зоне проведения специальной военной операции. Ну, пока, во всяком случае, это называется так. На ваш взгляд, что должна демонстрировать или, ну, должна, слово, наверное, не очень хорошее, чего хотелось бы, чтобы продемонстрировала сейчас российская армия в первую очередь, чтобы вот та самая большая сделка наступила как можно скорее? То самое, что она продемонстрировала в Сирии, создавая, не только уничтожая террористов, но и создавая центры примирения сторон. Потому что война, которую ведут вооруженные силы Российской Федерации, самых разных видов, я в глобальном смысле имею в виду, это все-таки новое слово в военном деле. Это не только разрушение и подавление, убийство, да? Это формирование новой политической реальности. И мне кажется, что в данном направлении Россия создала очень действенную, плохую модель в Сирии.
На Украине она тоже должна сработать, но, конечно, с модификациями, потому что здесь другие условия, здесь другие исходные, и здесь другие задачи стоят. Но условия, точнее цели заявленные, демилитаризация, денацификация. Денацификация. Слово очень такое забористое. Слово отличное. Да. Они ведь в любом случае должны быть выполнены и только потом? Нет. Все в том-то и дело, что все делает... Помните, как в той же Сирии центры примирения сторон возникали сразу же после того, как приостанавливались военные действия после достижения определенных результатов. И здесь то же самое. По сути, Россия уже начала с помощью присоединения новых территорий, уже начала реализацию этой модели. То есть, по сути, Россия сейчас перезагружает Украину. Я не уверен в том, что государство Украины, вернее, Украина исчезнет как государство. Вполне вероятно, что она просто перезагрузится, потому что в том состоянии, в котором она находится сейчас, я имею в виду в абсолютно враждебном по отношению к России, она не сможет существовать и развиваться. Она становится черной дырой для европейской, американской экономик. Очень сейчас любят сравнивать вот Украину, украинский конфликт с Афганистаном для России. Ребят, ровно противоположно. Украина сейчас – это Афганистан 3.0 для экономик Европы и США, которые перенапрягутся, которые свою репутацию полностью погубят, потому что поддерживают они террористический, нацистствующий режим. И в данном случае очень многие страны прекрасно понимают, что происходит на Украине. И не под камерой, что называется, а держа пуговицу в руках у русских, говорят: «Ребята, мы с вами делаете уже свою работу». Вот что мы видим во многих западных даже гражданских обществах, которые считаются, где считается, мы проиграли информационную войну. Ровно противоположный эффект тому, что говорит западная пропаганда и делает западная пропаганда. Но чтобы понять, что такое нацистский режим в Германии и кто такой Гитлер, ушло гораздо больше времени. Я имею в виду всего цивилизованного мира, если можно так выражаться. Да? Если опять же сравнивать с тем периодом историческим, сколько, вы же понимаете, все нормальные люди хотят скорейшего мира. Ну, это естественно. Никто не хочет, чтобы гибли люди, не дай бог дети. Неважно, какой они национальности. Тем более, что все мы родственники, по большому счету. На ваш взгляд, сколько еще это вот это может продлиться, вот это окончательное осознание всеми, что все равно будет вот так? А знаете, уже недолго, потому что нам в этом помогает, как это ни странно звучит, западная пропаганда, которая фактически разрушает все те ценности, на которых покоились западные демократии. Это уже произошло. Уже фашизация Европы идет прямым ходом. Это приведет не обязательно к результату, который мы ожидаем. Там, то есть появится новый Гитлер в Европе, и он будет воевать со всем миром. Нет. Фашизация Европы означает на самом деле сопротивление традиционных консервативных ценностей тому, что приносится и насильно пытается устаканить, утвердить на европейской земле. Я имею в виду не только там, элементы культуры мигрантов, которые разрушают европейскую идентичность. Я не имею в виду там программы отмены толерантности и так далее, которые привели к ужасающим последствиям для вообще самосознания европейского и ценности европейского, понимания ценности европейской культуры. Не зря ведь сейчас под вот эти массовые выступления и так далее количество актов вандализма в европейских музеях просто возросло в разы. Все это свидетельствует о том, что попытка искоренить европейскую культуру, искоренить европейскую идентичность, они приведут к обратному результату. Люди начнут самоорганизовываться, люди начнут сопротивление. Как было организовано французское сопротивление на территории, оккупированной гитлеровцами Франции. Правда, здесь есть небольшой нюанс. Костяк этого сопротивления составили бывшие русские эмигранты, которые, да, своей пассионарностью увлекли многих французских граждан вот этой борьбой. Я думаю, что подобного рода вещи не за горами просто. Ну, хотелось бы, чтобы это все быстрее наступило, потому что, ну, мы все хотим действительно жить в мире, и особенно, чтобы где-то вот, ну, у наших границ, да, на наших территориях все было хорошо.
Более... Давайте, извините, пожалуйста, я добавлю. Мы хотим жить в мире, но достойно. Естественно. И за это придется, возможно, повоевать. Извините уж. К сожалению, все, наверное, понимают, что по-другому, наверное, просто не получится. Не сами мы этого хотели, но, как говорится, жизнь заставила. Более того, тем более, что Минск и минские власти, и белорусские власти на протяжении, наверное, всего периода постоянно предлагали какие-то мирные инициативы по умиротворению, скажем так, любых конфликтующих сторон. И площадку в Обнате, вот Сенате, пожалуйста, переговаривайтесь. И на все были готовы пойти, но это все почему-то отвергается. Значит, пока еще, наверное, не нужно. Рано или поздно наступит момент, когда все-таки будет нужно. Я лично в этом убежден. Спасибо вам огромное за этот разговор, за ваше мнение, за ваше рассуждение. Спасибо. Счастливо. Удачи. Всего доброго.